все у нас собрались, да? Все собрались. Так, а вот у мальчишек я спрошу, у вас хорошее настроение? Да? Ну-ка поднимите все большой пальчик, у кого хорошее настроение, и крикните громко «Во!». Так, молодцы, молодцы. Ну что ж, друзья мои, скажите, пожалуйста, вы готовы ко встрече с самым главным волшебником зимы? Да! Готовы? Да! А как его зовут, кто мне скажет? Умницы какие! Откуда ж вы такие смышленые приехали к Снегурочке, а? Ой, какие молодцы! Что, все там такие умненькие ребятки живут, да? Молодцы! Ну что, друзья мои, а для того, чтобы главный волшебник зимы здесь появился, нам нужно с вами что сделать? Позвать, конечно! Ну, а прежде чем мы будем звать Дедушку Мороза, давайте сделаем большой, красивый, организованный кружочек такой, да, чтобы Дедушка Мороз вышел и сразу увидел, какие тут воспитанные ребята к нам пришли в гости. Так, так, молодцы, отлично. Ну что, готовы позвать Дедушку Мороза? Ну тогда громко, на счет 3-4 мы кричим «Дедушка Мороз, выходи!» Готовы? Да. 3-4 Дедушка Мороз, выходи! Так, давайте-ка еще разочек. Дедушка Мороз, выходи! И еще разочек. Дедушка Мороз, выходи! Ой, ребята, а это Дедушка Мороз, что ли? О, нет, друзья мои, да это же Рогалик, наш друг. Рогалик, что с тобой? А ну, остановись. Что случилось, Рогалик? Нет Дедушки Мороза? Как нет? А куда же он подевался? Его съели? О, ребята, кто-то съел Дедушку Мороза. Рогалик, что ты сочиняешь? И кто же его съел? Кто? Волк? Рогалик, что ты такое говоришь-то? Ребята, разве Дедушку Мороза мог волк съесть? Нет! Ну, и где твой волк, Рогалик? Рассказывай. Это ты, волк? Настоящие сосисочки, сочные! О, отлично! На трон Дедушки Мороза! Ну, здрасте! Здравствуй, волк! Зовите меня просто Серый! Серый? Серый! А ну, отдавай нам нашего Дедушку Мороза! Мороза? Так он что, не с вами, что ли? Нет? Ребята! Я съел? Я? Ну, то есть это... Да, да, я хотел, конечно, но сытый был. Поэтому цел ваш Дедушка Мороз, не беспокойся. Ну тогда отдавай нам скорее его. Как думаете, отдать? Да! Ты хочешь, чтобы Дедушка Мороз пришел, да? Да! И ты хочешь? Да! Хорошо, уговорили, отдам. Только если вы исполните мои желания. Какие еще желания? А я сейчас придумаю. Так, есть... Есть я не хочу. Спать я тоже не хочу. О, хочу повеселиться. Повеселиться? Да, давайте повеселиться. А ну и ладно, а нам это не сложно, правда, ребята? Потому что мы веселые, и прямо сейчас мы тебе это докажем. Итак, ребята, поднимите руки все, кто веселый сегодня пришел на снежную поляну к Дедушке Морозу. Отлично, отлично. Ну что ж, друзья мои, давайте-ка мы немножко разомнемся, станцуем самый новогодний танец и докажем этому ну, всему, давайте, что давай. Мы веселые. Готовы? Да. Ну тогда поехали, мы все дружно шагаем и ножки поднимаем высоко-высоко. А куда идти?
веселье, ребята, у нас. Удивительное веселье. Метельку вот такую показываем. Отлично. Это еще зачем? Вы что, кенгуру, что ли? А теперь на другой ножке прыгаем. Апельсины, яблоки, молодцы. И теперь приготовили вертушечку. Новый год, Новый год, елка, шарик, елочки. Новый год, Новый год. А теперь приседаем. Новый год, Новый год. И еще разочек приседаем. Это что, веселье такое? Это физкультура какая-то. А теперь выкидываем ножки. Вот такие у нас. Он приготовил нам вот так. Так, сейчас буду ножки выкидывать вам сзади. Засыпай утром свой подарочек. Знакомый заяц, который так же высоко прыгал. Вот так попами в разные стороны. Вот, это я умею. Лоб снежком, внутри синий сердится, не ревнуй. Да, рогатик, с моей попой очень легко это делать. Саши, и снова крути. Новый год, Новый год, елка, шарики, хлопушки. Новый год, Новый год, дискотека, серпанчик. И приседаю. Новый год, всем подарки под подушки. Отпускать Новый год никуда. А теперь громко, громко, громко в ладошке. И вроде достаточно громко. Ну-ка еще громче. Ну-ка, ну-ка. Новый год, Новый год. Это вы называете весельем, да? Вот это вот весело очень. Вы знаете, я чуть не замерз, пока вы тут веселились. Сейчас я вас научу, как мы, волки, любим веселиться у нас в лесу, поэтому сейчас приготовились. Покажите ваши передние лапы. Тут и руки. Так, показали все. Ноги покажите на месте у всех. Так, отлично, головы, головы взяли за головы. Вот, видимо, не у всех на месте головы. Давай-ка поднимайся. Ну что, а теперь наш лесной волчий твист. Музыку! Для того, чтобы добежать до поляны, надо очень долго бежать. Побежали! А теперь полезли по деревьям. А теперь поплыли через реку. И вот так. Ну вот, мы вышли на поляну. Встаем вот так и делаем вот так пальцами. И при этом делаем вот так. А теперь вот так, беремся за коленки. Молодцы, а теперь показали козу. Вот так, все козу. А теперь второй ручкой тоже козу показали. И вокруг себя. Веселье. Вот это я понимаю, да. Ну, все понятно с тобой, волк. Все, станцевали мы твой этот сумасшедший волчий танец. Возвращай нам Дедушку Мороза. Все, правда, вернуть? Вот сейчас прям вернуть его сюда, да? Не, на самом деле, это еще не самое веселое. Самое веселое – это вкусно поесть. Вкусно поесть? Вот покормите меня. Снегурочка, отдай мне одного из них. Ну уж нет. Нет, ни за что. Ни Ладно. За что. Ребятки, он ведь вас съест и даже не поперхнется. Ладно, ладно.
чем тебя накормить. Есть! Хорошо, но для этого нам сейчас нужно будет разделиться на две команды. И поэтому мы будем считаться на первую и вторую. Умеете до двух считать? Отсюда начинаем. Громче! Метеор, неплохо, неплохо. А вы? Вьюга и Метеор. Вот так-то, Снегура. Слышишь, Рогалик? Вьюга и Метеор. Ну что ж. Здорово, это, здорово. Снегура, а чем потчевать ты меня будете? Ой, а кормить мы тебя, волк, будем вот такими вот сосисками. Морковку сам ешь, рогатый. Сосисками будем кормить. Ребята, а мы любим сосиски. Ай, как пахнет. Но эти сосиски мы не будем есть, потому что они замороженные. Только что из морозилки мы их достали. И чтобы ваши ладошки не замерзли, мы предлагаем вам эти самые мороженые сосиски переносить вот в таких варежках. Сосиски не валять, мне их есть еще потом. Давай-ка примеряй варежки. Так, надевай. О, молодец, бери сосиску. Так, примерили. Ну что ж, что же нужно сделать? Сейчас с этой сосиской в варежках оббегаем вокруг первого препятствия. Перепрыгиваем через второе. Обязательно перепрыгиваем или перелезаем. Отбегаем. Наступаем ножками на нее. Последнее. И возвращаемся по прямой к своей команде. Передаем сосиски и варежки следующему игроку. Все ясно? Да. Тихо, не слышу вас. Да. А, вот теперь оглох. Так, ладно. Ну что, приготовились на счет три. Готовы? Да. Раз. Два. Два с половиной. Обманщик, волк. Три. Побежали, а мы поддерживаем свою команду и громко-громко кричим. Какие аппетитные сосисочки, а? Да. А аппетитные? Варежки, варежки ты забыл. Так, друзья мои, громко-громко поддерживаем. Кто это бежит у нас там? Ну-ка, дай-ка подержать сосиску. Ох ты, какой прыгун! Может, ты поделишься сосиской? Ну, пожалуйста! Да, помогайте! Помогайте друг другу! А кто за кого болеет? Метеор! И Вьюга, или Бурга, как правильно, я сейчас забыл. Давайте, примеряй, примеряй! Ну что, Метеор у нас справились чуть-чуть побыстрее, да? Ой, хорошо. Так, ну а мы будем отыгрываться, друзья мои? Будем? А кто это дерется? Дедушка Мороз выйдет и тебе нос заморозит, если будешь так себя вести. Так, мало мне впечатлений. Хочу еще. Еще хочу. Так, ну. А давайте так, будем по-зимнему веселиться. Что зимой любят делать дети? Снежки играть. Есть снег, странные ребятишки, есть снег любят. Но на самом деле у нас тут есть несколько снежных шаров. Я предлагаю их немножечко покатать. Сейчас проверим, насколько вы ловкие. Так, здесь так, это кто снежками тут бросается? Кому ручки отпустить? Так, объясняю, что нужно делать. Сейчас. Эти шары нужно перекатить через всю нашу дистанцию. Так, только ни в коем случае мы не должны с вами пинать наш шарик снежный, да? Мы тоже перекатываем его, как настоящие снежные... Снегокаты. Так. Ну что, готовы? Точно так же обходим вокруг всех препятствий и по прямой возвращаемся к своей команде. Змейкой вот так вот, да, мы обходим все. Вот этот вот... Кубик тоже обходим и по прямой уже отправляемся сюда. Ну что, готовы? Да. Все готовы? Да. А поддерживать друг друга будем с вами? Да. Ну тогда на старт. Внимание! Марш! Поддерживаем! Я вижу соседей.
лучше, чем с едой. Обратно в дом кривой возвращаемся. Давай, давай. Там не слышу. И вы хотите, чтобы я порог вас услышал? Молодцы, молодцы! А мы вообще хлопаем! Ладоши похлопаем! А ножками потопаем! Главное в новый год. Да я знаю, Снегура, это оливье, это селюдочка под шубой. Вот тебе бы только слопать что-нибудь, давай. Волк. А самое главное в новый год — это елочка. Правильно. Ну что ж, вот Розалик нам несет уже вот такие волшебные елочки. Итак, команды, ну-ка давайте-ка встанем красивенько друг за другом. Давайте посмотрим. Встанем красивенько друг за другом. Друг за другом ровненько выстраиваемся. Капитаны погружают свои головы в эти елочки. Вот это я. Ну а чтобы нам было с вами не холодно бегать, да? А, я знаю, наши лесные валенки, да, Снегура? Вот такие вот маленькие валенки достаются нашим. Да ты посмотри, какие у них лапы здоровые. Не влезут же. Так, забирайся. Отлично. Так, давай-ка назад на старт. Вот. Ну что ж, пробежать вам нужно так же, да, вот так вот змейкой все наши кубики обежать и вернуться по прямой обратно. Приготовились? Так. Все ясно? Все? Все. Точно? Ровненько получилось. Не слышу вас! Ну тогда на старт. Внимание! Бам! Быстрее! Ой! А ребятки-то какие-то немножко косолапые у нас. Да! Великоваты, Валенки-то, великоваты. А может, наверное, просто спешить не нужно? Нужно тихонечко, спокойно шагать нам нужно, да? Растеряла все валенки. Так. И помним, что назад по прямой возвращаемся. Ну что ж, и валенок никогда не носила. Нужно ехать как на лыжах на валенку, как на лыжах нужно катиться. Ну теперь-то вы знаете, что попросить у Дедушки Мороза на Новый год. Всем по паре валенок. Поднимайте, поднимайте, молодец. Так, так, так. Все не держится на ногах. А я знаю, им надо ноги клеем намазывать, чтобы лучше держалось. Давай, давай, давай. А почему никто не болеет-то ни за кого, а? Так, 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 так. Вот молодец. Ладошки никто не клеет, не умеешь их готовить правильно. Да не надо их готовить. Вот, например, вот из нее получится замечательная рагу. Как? А из себя паштет. Ой, ну и волк. Своих участников, они так медленно передвигаются.
тут превратились? Как снежные зомби. Давайте-ка мы все, кто стоит, попрыгаем высоко-высоко и громко покричим. Покричим. А что вы сейчас покрыли? А если бы еще по сугробам не доходили, точно бы где-нибудь там у медведей остались в берлоге. А кто еще не бегал? Ну-ка, руки поднимите. Так, раз, два, три, четыре, пять, здесь человек. А у вьюги еще сколько не бегало? Раз, два, три. Три человека, то есть юга у нас быстрее пока немножко. Держимся, держимся. Ну кто ж валенки задом наперед-то носит? Ай-яй-яй! Неужели мама не учила? Да ну как она шагает хорошо, посмотри! Красиво, виртуозно! Да, приставным шагом. Видишь, они такими домой заявятся к мамам. Вот мамы-то перепугаются. Вместо головы елка. Давай, 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 ну-ка! Так, а у нас никто там не рассиживается на наших лавочках, а поддерживает, а то ваша команда проиграет. Давайте, давайте, давайте. Встаньте, руки, ну, кто еще остался? Давайте скорее, скорее, скорее. Болеем, болеем, снегом прикидаемся, а то правда что-нибудь откушаемся. Ну что, сколько еще человек осталось? Последний у вас? Последний у Метеора и последний, видимо, у Вьюги. Давай, давай, давай! Какая юбочка большая побежала! На равных идут! Одинаково пришли, да? Хорошо, хорошо. Ну что? Так, ну что, Волк? Что? Все мы твои желания исполнили, а? Да, хорошо, исполнили. Давай, мне давай, понравилось. Скорее возвращай нам Дедушку Морозу тогда. Вернуть? Конечно. Да? Конечно. Так они не хотят, я их спрашиваю, вернуть вам деда? Да что вы заладили, Дед Мороз, Дед Мороз? Вы хоть знаете, как он выглядит-то, он дед? Что? Покажем все дружно бороду. Вот такую бороду. Все показали бороду. Вот такая красивая. Так, а что бороду еще есть? Посох. Давайте-ка вот такой посох покажем. Вот такой. Тянем, тянем. Вот такой большой посох. А шапка есть у Дедушки Мороза? Ну-ка, ну-ка, кто выше шапку покажет? Разве шапка? Он же в кокошнике ходит. В каком еще кокошнике? А, это ты, я перепутал. Шапочка у него такая большая, снежная. А еще усы, да, вот такие усы покажут. Усы. Вот такие усы. Гусарь. А брови? Брови есть у Дедушки Мороза? Ну, а брови, брови как у нее? Брови. Смотрите, какие у нее брови. Вот такие брови у деда. Брови. Да? Ну, у Дедушки Мороза еще больше брови. Красивые, снежные брови. А что еще есть? Валенки. Ну-ка, все валенки показали. Отлично. А еще что? Шуба, шуба. Ну-ка, все показали шубу. Наклонились. А у меня шуба лучше. Низко, низко шуба. Вот. А у Дедушки Мороза красивее шубка, чем у волка. Так, а еще про что мы с вами забыли? Про что забыли? Варежки! Ну-ка, все показали, у всех есть варежки сегодня. А зачем ему варежки? Он же мороз. Чтобы морозить вот таких противных, как ты. Ладно, ладно. Ну, вот так вот выглядит
наш Дедушка Мороз. А ну, отдавай его скорее, волк! Да я бы с радостью, вы знаете, но мне так понравилось, когда вы мои желания исполняете. Значит, повеселили, покормили, показали, какой этот ваш этот дед. А теперь я хочу... Хочу! Что ты там еще хочешь? Теперь я хочу! Ой. Испугался! О, ребята, а кто это? Кто это там? Сугробами, снегами я появляюсь каждую зимой, чтоб синими морозными ночами сменить один год на другой. Проходя по всей планете, я желаю, как всегда, здоровья, счастья, люди, на долгие и мирные года. С наступающим вас Новым годом! Ура! Спасибо. Так, ну что у вас происходит здесь? Дедушка Мороз. Волк сказал, что он тебя съел. Какой еще волк? А ну выходи. Давайте выходи, его сюда. Вредина. Он что, мешал нам праздник встретить? Да, мешал. Так, что мы с ним будем делать? Мороз. Дедушка, ну я пошутил, я не буду. Больше, пожалуйста, прости. Не будет. Ну что, простим его? Да! Хорошо, простим. Пусть остается с нами на нашем празднике. И сейчас мы с вами олимпийское упражнение сделаем. Новогодняя олимпиада. Давайте, все мальчики сюда за оленем выстраиваются. Олень, ну-ка встань, а мальчики с тобой затылок. А девочки сюда, за Снегурочкой. Девочек больше. Дедушка, дедушка, знаешь что? А у нас уже две команды здесь организовалось. Может, мы так и поделимся? Давайте так и поделимся. Давайте, Метеор и Вьюга, делимся по командам и становимся вот здесь, где и стояли. Давайте, быстро, быстро, быстро. Понятно? Да. На старт, внимание, марш! Вперед, лыжники! Вот это наша будущая олимпийская сборная будет. Поступили правильно. Считайте. Левой, правой, левой, правой. Помните, левой, правой, левой, правой. Сейчас финальный заезд. Самые лучшие. Сейчас нам будет известен победитель. Синие лыжи разверните. Итак, финал. Финальный забег. Так, синие лыжи. Определитесь с капитаном. Успех зависит от капитана. Болельщики. Болельщики, помогайте, считайте. Смотрите, как хорошо считали для оранжевых лыж. И они победили. Готовы? На старт. Внимание. Марш.
чтобы не мерзнуть. Молодцы, молодцы, давайте, давайте. Подходите, победители, держитесь. Все-все-все вышли из лыж вышли. И за дедушкин посох все подержались, чтобы желания исполнялись. Загадывайте желания и держитесь за посох, все. Молодцы. А сейчас всем на удивление приготовил угощение. Проходите, пожалуйста, сюда, в трапезную Деда Мороза. Давайте, друзья мои. Ребята, давайте друг за другом ровненько выстроимся. Хорошо, конечно, со мной пойдем. Не толкаясь, проходим в нашу трапезную. Дедушка Мороз нам явно что-то вкусненькое приготовил, верно? Слушай внимательно, тишина. Держи. Максим, с Новым годом! Поздравляю вас с Новым годом! Да, тишина. Все сели, успокоились. Девочки, 2-3 фразы неинтересно. Пожалуйста, сделайте так, чтобы это было интересно, чтобы это действительно было поздравление. Держи. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, здоровья, успехов, больше смеха. Хорошо, поаплодируем давайте. Это уже было поздравление. Пожалуйста, ты хочешь? С Новым годом поздравляю, счастья и радости желаю. Стихи. Дополни. Забыла. Так, пожалуйста, рассказывай. Что такое Новый год? Это дружный хоровод, это дудочки и скрипки. Вот что значит Новый год. Что такое Новый год? Новый год мороз и лед. И в танцующих снежинках незаметные пружинки. Вот что значит Новый год. Аплодисменты, похлопали. Хорошо прочитала. Так, иду к тебе, все. Меня поздравляют. Подождите все. Дорогие мои одноклассники, поздравляю вас с Новым годом, желаю счастья, здоровья, любви, веселитесь, подготавливайтесь к новому учебному году. Люблю вас. Молодец, вот сейчас точно аплодисменты от души. Да, а кто хочет поздравить ваших учителей? Я! Пожалуйста. Какие молодцы! Я хочу поздравить Наталью Ивановну, тетю Сашу, Снегурочку, Деда Мороза с наступающим Новым годом. Я хочу, чтобы в следующий четверть вы на нас не ругались. А мне тоже этого хочется. Молодец, давайте трехкрасная поздравляет. Предоставим слово вашему учителю, пожалуйста. Дорогие мои детишки и девчонки, и мальчишки, поздравляю я вас с наступающим Новым годом. Я хочу, чтобы каждый из вас под елкой нашел то, что он загадал. А я, чтобы действительно в следующем году ни разу на вас не ругалась, чтобы в ваших дневниках были только четверки и пятерки, чтобы я вас только хвалила, радовалась сама и радовала ваших родителей. И, конечно же, вы тогда тоже будете веселые и счастливые. С Новым годом вас! Спасибо! Все вместе! Спасибо! Молодцы! Так, а стихи есть у нас еще у кого-нибудь? Да, давай. Пожалуйста. Говорят, под Новый год что не пожелаешь, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Только нужно, говорят, приложить старания. Не лениться, не зевать.
воевать, и иметь терпение, и учение не считать за свое мучение. Говорят под Новый год, что не пожелаешь, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание, на отлично выполнять школьное желание, чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойка в дневники не смогла пробраться. Отлично! Аплодисменты! Отлично! Пожалуйста. Дед Мороз на окна дышит, на стекле картины пишет. Стрелы, башни, цветы, небывалой красоты. Из какой хрустальной сказки он принес нам эти краски? Блещет искрами листва, середятся кружева. Дед Мороз устал немножко, тихо смотрит нам в окошко. Посмотрите, Дед Мороз, бородок в стеклу принес. Умничка, аплодисменты! И никто не похлопает даже. Пожалуйста, еще желающие почитать стихи.